Всем привет, друзья! С вами Малдер. Продолжаем играть в Doom 2. Ну что ж, добрались мы до города, до городского уровня. Я, честно сказать, какие-то моменты тут припоминаю, какие-то забыл напрочь. Вот сейчас мы тогда пойдемте сюда, что ли, сходим. Здесь это точно открывается. Ну, понимаете. А здесь у нас... Ох, блядь, а здесь у нас ждут уже! Нас здесь ждут! Где, суки? Ага, есть! Блин, не попал, твою мать, а почему? Потому что я кривой? Не может быть. Не может быть. А, тут еще, что ли, есть такие подобные? Ага, все, одного нету, а здесь? Блять, в стену-то нахуя? Ну что ж ты будешь делать-то? Сдох, отлично. А, и тут в таких ямах. Готов. И этот готов, замечательно. Замечательно, я могу как-то туда? А, они понимают, это... Это не двери. Это не двери, а что же это за херня тогда? Сейчас потрошки все пособираем от... от чего, блядь? От дробовика, ну. От дробовика пособираем потрошки. Вот это должно, по идее, открываться. Да, она и открывается, замечательно. Замечательно. Темновато, темновато, конечно, все тут так сделано, но да ладно. Я лампочку одну потушил. Чтобы хотя бы что-то видеть. Туда что? Там пол есть? Пол есть. Но мы пока туда не пойдем. Опа. Дверка. Ага, вижу одного. Ох, блядь, не убил. Вот сейчас убил. Откройся ты нах. Где тут чего? Еще один. Есть, тоже готов. Тоже готов. Берсерк валяется, валяется. Пушка здоровая. Какая-то кнопулечка. А, вон там патроны, патроны вижу. Здесь аптечка нам не нужна. Запрыгнуть туда... За... Так, наверное, сверху, да? Здесь есть телепорт. Надо вот до берсерка добежать. Хоп, так. Чуточку назад. Есть. Получилось. Не понял. А, наверх надо забраться, я понял. Все. Забрались наверх. Секретная зона. Да, взяли мы пушку. Давай сюда, дробовик нормальный. Дробовик, а не двухстволку. И тогда пойдемте дальше, что ли? А чё, хули тут нам остается? Патроны взять? Давайте возьмем. Три пульки у нас всего лишь не хватает, но возьмем, возьмем. Сюда вряд ли еще когда-нибудь придем. Куда? Опа, блядь. Где? Сука. Ах, твою мать. Так, что? Что? Паук. Где-то киберпаук, блядь, хуярит. Киберпаук. А где? Где? Та. Где-то, блядь, а где? Ты сюда поедешь? Нет, он, наверное, не в этом помещении, как я предполагаю. А где это, сука-то? Блядь, тут нет никого. А... Ох, блядь, стой, я что-то там вижу. Ты здоровый, что ли? Точно, блядь. О! Хорош, блядь, замочили, суку. Ну тут синий ключ нужен, это дураку понятно. Секунду, давайте тогда переставим оружие обратно. Тут, наверное, какой-нибудь секрет... Нет, секреточки нету. Секреточки нету, а здесь? О, ёпты. Ты глянь, блядь, кто тут у нас. Нет, хуёв, тебе тачанку, блядь. Я тебя сейчас так грохну, волка позорного. Можно, конечно, было подбежать. Да что ты не стреляешь по нему-то, а? Мы вот сейчас точно попадаем. Будем экономить пульки. Мы же с вами экономные. Вот и все, двинул кони. Хуила. Восьми или шестинога какая-то. Ну-ка, подождите, давайте-ка мы возьмем тогда... Мы сейчас с вами возьмем ключик. Ключик. И никто не появился. Странно, блин. Странно даже как-то. Тогда пробежим сюда, наверное. Никого! Ох, блядь, тут что такое? О-о-о! Ну, это... О, и желтый ключ есть. Ничего себе. Вот это мы удачно прям зашли. Желтый, синий ключ мы нашли. А какой нам еще нужен? Красный? Ну, тут что-то красного-то нет нихера. Вопрос. Здесь у нас что? Вот это, вот, наверное, дверь, да? Как я предполагаю. И там что-то лежит. Ну-ка. О, башка, блядь. Да, тут у нас три штуки, блядь. Вы соображали на троих.
Не иначе. Так. Берсерка брать не будем. Слушайте, а нам надо наверх как-то или нет? Стоп. Зайдем сейчас вот в эту дверку. Если это дверка. Да, это дверка. Это дверка. Тут что-то, блядь, знакомая местность-то прям. Сильно знакомая. Сильно. Вот оттуда кто-то вылезти должен. Вроде бы. Или нет? Или я глючу? Возможно. Но стоит приготовиться. Может даже сохраниться. Блять, боюсь вот сохраняться, посереть уровни. Опять слетят все к ебедям сохраняшки. Мне заново игру совершенно не хочется проходить. Ну да ладно. У нас дела хорошо. Ой, блядь, что я делал? Сохранимся. Game saved. И посмотрим, что за хуило тут вылезет. Если вообще, конечно, кто вылезет. Нет, вылезет, блядь, ёбаный рот, нахуй. Ого, тихо. Я не думал, что такая здоровая херня-то. Ооо, вот это повезло. Я думал, там, может, имп какой-нибудь или еще кто. Ну, не такое. А что там открылось, кстати сказать? Здесь что-то? Нет, дверь. А что дверь, блядь, она закрыта типа того была? Закрыто было. Ну-ка, смотрим карту. Где я? Вот я. Там, по сути, что-то... Блять, куда это я? По сути, что-то должно быть. Или это... А что он открывает? Оно и что-то открывает? Сука, а чего она открывает? Ну, ладно, не будем париться, блядь. Тут все секреты я их и не знал-то никогда. Ладно, у нас тут есть дверка. Дверка. Синяя, да? Ну-ка, кто там? Никого там. Вот тогда. А здесь тогда кто? Спокойствие. Только спокойствие. А здесь кто? А здесь тоже никого. Броник только валяется. Где? Суки! Ого! Где? О! Что за хуйня случилась? Телепорт! В телепорт я попал! Как? Черт возьми, это возможно! Ах, суки, а! И они сюда начали портоваться. Откуда мы пришли, по сути-то? Лежат потрошки, но нам они пока не нужны. Нам аптечку где надыбать? Secret room. А, вот мы откуда пришли. Все ясно. Все ясно, все понятно. У нас здесь, по сути, где-то валяется еще аптечка. Аптечка валяется... Хуй её знает где? Не помню. Подожди, а вот здесь нету ее разве? Они там портуются. Они, суки, портуются. Как раз вот туда, наверх. Блять, не сюда пошел. Вот здесь их... Вот она. Бля, я как чувствовал, тварь, бля, больше 10 снес, а? Отхуило. Больше 10 снес. Ну ладно, тут сколько их человек осталось? Может, их нисколько не осталось? А их тут и нету. Вон аптечка, блядь, отлично. 77 уже неплохо, но подождите. Тут что-то должно где-то открываться. По-любому прям. Я чувствую. Но чуйка меня подвела сегодня. Тогда сейчас порт... Серьезно, ничего не открывается? Нет. Тогда портанемся. Наверх. Блядский рот, ты чё, сука? А где оно? Ёб твою идти, а? А я думал, только один остался. Останется только один. Аптека есть. Во, замечательно. 92%. 92%, но... запутанный достаточно уровень. Но, это что такое вот будет у нас тут? Что мы тут сейчас вот нажмем и что появится? Вопрос. Блять, я ж напугался нахуй. Вопрос. Мне не очень нравятся вот эти вот полотна, которые висят. Дайте-ка сохранюсь, пожалуй. Yes. Здоровье есть, все есть у нас. Блять, опять берсерк. Так, что такое? Башка. Так, башка не сдохла, что ли?
А почему? Берсерк-то, блядь, не работает нихера. А он не работал никогда здесь. Забыл совсем. Да нахуй! На, сука! Спокуха! На, тварь! Блядь, башка пизданула. И причем нормально так уебало-то. Где еще? Еще одна башка. Ну? На, скотина! Здоровая! Блядь, еще ты сколько тут? Что за... Завод по изготовлению голов, что ли? Еще где-то одна или нет? Не, все сдохли. Все сдохли, тут есть переключатели. Что они переключают? В душе не ебу. Может быть, все повключать надо? Оп. Ага. Вон там переключатель. Секундочку. Так. Как бы не раздавило нас. По-моему, тут какая-то может раздавить. Имеется в виду, если мы вот... Так, секунду. Что-то открылось. Если мы вот сейчас, вот, допустим, бы тут остались, она поднялась вверх, и нас бы придавило. Но вот эти точно не придавят. А, хотя, подожди, этих же не придавливает, да? Тогда у нас есть великолепный шанс испытать это. Спокуха. Нет, не раздавило, действительно. Действительно не раздавило. Вон еще одна. Сколько тут переключателей-то надо включить? Вот что открылось? Вот это вот помещение? Походу, да. О! Выход? Да ладно, нахуй. Блядь, серьезно, выход. Но мы очень много помещений здесь пропустили. Ну и хуй с ним, на самом деле. Не страшно. Ничего такого уж в них там нету. Погнали дальше. Погнали дальше. Вижу розовых уилов под названием Пинки. Блин, вот у нас со здоровьем все плохо. Все очень плохо со здоровьем. Да и с броником-то не... А, во, аптечка. И с броником-то не лучше. Дела обстоят. Ну ладно, сейчас мы тут, я надеюсь, насобираем аптечек-то. Так, двое. Кто? Стоп, я что-то слышал. Вопрос в чем? Надо сохраниться. На новом уровне надо сохраниться. Все, есть сохраняшка. Блять, только не подъебни, игра. Что такое? Ага. Где они? Вон один. Но я его не вижу. Но только силуэты. Блять, сколько их там. Где-то, вот, кстати, по-моему, на этом уровне где-то их будет дохрена в помещениях. И они будут оттуда стрелять, если я, конечно, ничего не путаю. А могу. Берсерк, идите нахуй, не нужен он нам. Патроны. Опа. Здесь, кстати, что-то будет. Так, ну тут обычный. Импуша. Стой, не закрывайся, скотина. Пол не опустится, я надеюсь. А где он? Вон он, блядь. Ноги только бегают там. Что ты, сука, никак не убьешься. Так, вниз прыгаем. Ага. Готов. Блядь, мимо. Там сзади кто-то ебет. Готовченко, отлично. Да заебешь ты, нахуй тут рычать ты еще. Порычи у меня еще тут. Патроны. Твою мать, надо аптечку где-то найти, до сотки нам добить. Здоровье. Тут что-нибудь есть? Вон аптечка, отлично. Замечательно. Хотя 93. Просто броник. Ну, броник давайте. Ладно, хуй с ним пособираем. Я что хотел? Это просто, чтобы до сотки здоровья добить, а потом уже собирать вот эти вот синенькие банки. Чтобы здоровье-то дальше шло. А вон, кстати. Во, и здесь, рядом со мной. Угу. Вот. Сотка есть, 101, 102. Все, пошли. Телепорт, как я понимаю, да? Ох, ёбаный рот, нахуй. Ах ты, розовый, блядь, хуила. Но немножко неожиданно было, соглашусь. Тут что? Стена. Стена у нас, а куда ведет?
Секретная зона, секреточка. Блять, тут какая-то дверь здоровая. Я всегда боюсь здоровых дверей здесь. А почему? А потому что кто-то здоровый за ними может скрываться. Блять, уровень огромный, по-моему. Тоже. Ну ладно. Как нам пройти в телепорт? Телепорт. Тут не открывается. Как-то эта ебань должна опускаться, это 100%. Нет. Тогда вниз, что ли, выходит? Пойдем тогда вниз. Здоровье есть, все есть. Можно сейчас схрон сделать. Все. Темно. Не видать ни пизды. Хотя нет, что-то видать. Тупик? Нет, это не тупик, это дверь, блядь. Что за башка? Где? Ой-ой-ой-ой. Ох, как удачно, удачно. Просто великолепно. Где еще один? Ага, готов. Просто удачно получилось все. Вот это тоже что? Где там? Там лифт, наверное, да? Угу. Ну, где-то еще один хрюкает, сука. Он где-нибудь за стеной. Тут по-любому где-то скрыточка есть. Скрыточка, блядь. Ладно, секретную зону нашли. Секунду. Секундочку. А это куда ведет? Что за нахуй? Тихо, блядь, не шу... Нет, там выше-то я их не подни... к ним не поднимусь. Ну-ка, секунду. Здесь у нас, во-первых, мы можем вниз ёбнуться, правильно? Правильно. А тут, стоп, а здесь тогда чего у нас находится? А здесь тоже хер знает, что находится. Я, по крайней мере... Ой. По крайней мере, непонятно. Ладно, предлагаю сюда вот ёбнуться. Куда? Забыл. Вот сюда. Ну-ка. И что у нас здесь будет? Мы здесь точно не были еще. Вот. Так. Роги на стенах указываются, что где-то здесь есть барон ада. Обычно это так бывает, происходит. Опять же, телепорт. Подожди секунду. Два телепорта. А, это дверь. Три телепорта. Айн момент. Ага, это я на балкончике, я понял. Стоп, если оттуда... если я отсюда упаду... Ох, бляха, удачно. Что ты, кто там? Кто это схеранул? Угу. Где дверь-то, блядь? Сейчас в телепорты опасненько тоже входить. Давайте возьмем, зайдем, что... В том плане, что хуй знает, куда он тут приведет. Вот патронов, как конь наеб, валяется от дробовика. А куда идти? Это дверь? Блять, точно нахуй. Ёб твою мать. Во! Во-во-во, я же говорю, блять, будут в домах сидеть. Так, стоять, где-то... Кибер, блядь, паук, нахуй. Где? Летит оттуда уже. Сука, у меня на секунду, знаете, что? Дар речи пропал. Я думал, а не сзади ли он появился? Не-не-не-не. Вон он, хуила. О, блядь, он сюда-то может тоже херануть. Не надо, дядя. Где ты? Куда ты? Сука, кто пизданул? Какая сволочь стреляла? Не надо. Блядь, я его даже не... А, вон он, все вижу. Не надо, сука, стрелять по мне. Волк позорный, блядь. Все, готов, отлично. Ну, это паук, паучишка, хуй с него взять. Нам надо вниз. А сюда я не запрыгну, конечно же, нет. Конечно, не запрыгну. Патроны нам не нужны. Вот это, кстати, по-моему, такое... Что-то у меня, блядь, в голове... Это отложилось. По-моему, вот это будет опускаться, да? Сука, это пресс, блядь. Вот память-то, а? Я помню, что это пресс вроде было. Ладно, по сути, не нужна эта плазменная винтовка.
Плазмоган. Мать его. А зачем он нам, правильно? У нас, по-моему, он есть. У нас желтый ключ есть. Фу, блядь, желтый, пизжу. Синий ключ есть. Вон летит в харе у меня какой-то снаряд. Не знаю, попал или не попал, но огрызнуться надо было. В ответ. Аптечку нам не надо. Стоп. Тут нет ничего, нет ничего. Вот дверь синяя. Как туда пройти? Хуё знает, естественно. А это? А это не дверь. И не синяя. И не синяя. Стрелка. Стрелка показывает, что туда. Опа-на, а ты где? Видали шар? Я не буду по ним стрелять, нахуй они нужны. Здесь чего? Закрыто? А почему закрыто стоять? Дверь зеленым горит. Горит. Погодите, где, блядь, заходит? Стоп, нет. Да, блядь, кто стреляет-то? Где ты ведь рядом, между прочим? А где? Вон они, суки. Две. Сейчас, сейчас мы сверху, наверное, прыгнем в это помещение. Здесь у нас чего есть? А мы же здесь были, да? Да, только мы были на самом верху. Угу, как нам туда пройти? Кто-нибудь знает? Этого никто не знает. Я не знаю, по крайней мере. Погоди, как же так-то? Как же так-то? Да как так-то? Нам надо к ним туда попасть, и мы бы прыгнули сверху стоять. Вон там, кстати, еще одна синяя дверь есть. Может, пробежимся давайте туда. Вот что-то помню на уровне. Неплохо, причем даже помню что-то. А вот что-то вообще нихера не помню. Закрыто, да? Закрыто. Где-то синяя дверка здесь. Вот, в этом помещении, как я понимаю. По лесенке. По лесенке, наверх. А наверху тут что? Кто? Хуя знает кто. Имп в пальто. Ха-ха, шутечки, блядь. Ну-ка, синяя дверь. Отворяй, собака. Синяя дверь открыта, да? А что она нам дает, синяя дверь? Я слышу, кто-то где-то хрюкает. А где? И у меня уже полетело. У меня уже полетело, полетело, полетело. И много. Надеюсь, что убил. Внизу, что ли, кто хрюкает? Или, блин, я не... А что тут делать? Что? Зачем? Смысл вот этого попадания было сюда? Не знаю, пойдемте вниз. Кто-то где-то хрюкает. Смысл, блядь, смысла нет здесь находиться. Уж, конечно, смысл-то есть. Только мы о нем не знаем. Вон там что-то у нас, да? Ой. Шар, ну-ка. Инвизибли. Сейчас мы с вами станем. Телепорт. А вот это тут не опускается крыша, кстати, хотел сказать. Эй, а что я сюда, я запрыгнуть не могу? Нет, прикидывайте. Ракету. Ракету. Все, сейчас тут пособираем и, наверное, портанемся. Мне показалось, что здесь... Точнее, не показалось, мне почему-то помнится, что здесь потолок будет тоже опускаться. Но нет, вроде не опускается. Ну, в рот выебать. Так, стоп. Вижу. Вижу скотину. Где еще одна? И там какие-то туалеты, блядь. Опа! Он спиной стоял. Здесь что? Давай, что тут? Ага. Ну-ка, поднимаемся. Тут мы не к... Нет, не к... Я думал, мы сейчас попадем отсюда к этим самым... Господи, как? К пинке. К пинке. Надо сохраниться. Надо сохраниться обязательно. Что тут у нас есть? Ну, собственно, ничего. Ничего интересного такого-то уж. Там высоко? Блин, там, между прочим, лава. Ого. Опа. А, стой, тут же две. Сука, закрыто нахуй. От тваря. Придется вот так вот действовать. Хорошо. Открываемся. И у нас что появляется? У нас появляется вся карта.
Вся карта, где мы были, где мы не были. До хера еще где не были, на самом деле. И не будем. Что, скорее всего. Давай, опускайся, сволочь. Стоп. Где то помещение? Оно соседнее. Ох, нихера себе. Что это такое? Я там еще не был, да? Сейчас наведем порядок. Оба! Ты, сука! А откуда вы взялись, господа и дамы? Это да в таком количестве-то. Куда ты убежал, придурок? Да, сука, не стоит на месте. Вот, отлично. Замечательно. Нам надо найти желтый ключ. Здесь мы были? Вот здесь еще не были. Кстати, тоже. Ебать тот рот, нахуй. Блять, тихо, 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 тихо. Я столько здоровья копил, тварь. А ты меня хочешь пиздануть одним разом? Рокет лаунчер. Мне что-то напрягает сильно потолок, блять, из лавы. Ну-ка, секундочку. Потолок из лавы, это, конечно, сильно. Но мне, по сути, он и не нужен, нахуй, этот рокет. Блядь, знал. Блядь, знал. Нихуя не знал. Что, не ешь меня, сука? Розовая. Ну, готов, отлично. Они протонулись, суки. Откуда? Мне Rocket Launcher и не нужен был. В принципе. А вот что тут не прорисовалось, я что-то не понял. Тут помещение, что ли, какое-то? Вот здесь. Нет? Нет, странно. Ну ладно. Тут, кстати, в этом здании какой-то закуток есть. Типа туалета, блядь. И не, он не открывается. Ладно, в рот его ебать. Блядь, длинный уровень. Действительно. Такой телепорт. Со всех сторон эти хуилы кидают. Тут что такое? Просто пол? Просто пол. Во, хоть что-то видно будет. Нормально теперь. Где? Ага. Где ты? Сука, откуда, как вы, блядь, спустились-то? Ну! Наверху тоже, гад, а еще один. Да он не дохнет. Все, сдох. Все, сдох. Давайте-ка мы побыстрее тут. Все, блин, у меня кончилась эта хрень-то. А жаль. С ней так хорошо видно было все. Invisible. Да нахуй это, блядь, Invisible не нужно. По сути. Вопрос. Вопрос. Нам надо попасть. Стоп, а мы здесь не были, что ли? Не понял. Ох, бля, я же слышу это, вижу, точнее. Тут какая-то хренотень есть. Вот! Броник взяли 200. Ну, сейчас-то точно, блядь, надо сохраняться. 200-й броник. Куда же нам идти-то? Вон там у нас целое помещение еще, кстати. Не вскрытое. Но это... А, это с желтой дверью. А нам надо в синюю попасть. Где это говно хрюкает? Ага, вижу. А, ты не сдохла? Ты не сдохла. Ой, бляха. Стоп, 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 еще один. Мы были в этом здании? В каком-то мы здании еще не были, причем... Во! А, там красная дверь нужна. Ой, ключ. Или я что-то... Стоп, не сюда забежал. А, здесь красная. Стоять! Стоять! Вот здесь целый коридор у нас якобы не обследован. А, ну тут просто... Закуточек небольшой. Хорошо. Хорошо. Вот здесь еще коридор у нас не обследован. Направо надо пойти. Куда я хотел пойти-то? Фу, блядь. Вот сюда, по стрелке. По стрелке сейчас мы пойдем. Там у нас аптечка. Аптечка. Стоять, секунду. А почему? Или это на крыше находится? Не знаю, непонятно. На крыше. Нам как-то, блядь, надо спрыгнуть. Спрыгнуть с самого верха. Где? Где тут эта херня-то? Вот это... Нет, нет. Но мы весь уровень практически уж открыли.
Так, сюда, что ли, уж не помню. Блин, только что тут был, не помню ни хера. Открывайся. Да, сейчас наверх мы забежим. Наверху там что-то будет. По идее, должен быть переход. Перепрыг. Где-то херня. Нам надо вот... Как вот, блядь, тут? Как нам? Может, вот сюда протанемся? Где? Вот! А как, сука, как раз! Мы у синего здания с синей дверью должны быть. Ну-ка. Да, точно. Отлично. Опа, башка, блядь, сразу. Башка получает пизды и уходит. Еще одна башка. Брат башки, блядь. А это кто? Сестра, блядь. Все, есть. Угу. Значит, сюда мы забежали. Сюда мы нахуя забежали? Телепорт. Телепорт. Ага. Пила. Пила нам не нужна, ведь правильно? Так что мы, наверное, сразу и портанемся. Очень плохо у нас все с этими самыми. С потрошками от... О! Это какой? Ред ключ. Ага. Ред ключ. Ред кей. Ред ключ. Падаем. Сейчас пойдем. Вот, патроны. Эй, фу, блядь, это не те патроны. Не от дробовика. А нам нужно бы от дробовичка. Здесь желтая, да? Здесь желтая. А красная где-то, блядь, была же. Вот недавно же мы мимо нее ходили. Не вижу. Вот, вижу. 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 Вот она, красная дверка. Кто там? Тук-тук-тук, блядь. Подождите, нахуй, к вам ходить опасно. В гости. Здесь что, никого нет, что хотите сказать? Да пиздец. О, тут кто-то сейчас будет. Я вообще-то ничего не нажимал, между прочим. Покажись, сука! Или это может тут желтый ключ? Давайте просто желтый ключ будет лежать и все. Нет. Тут просто лежит берсерк. Эй, куда ты поехала? Или мне надо было с ней ехать? Просто лежит берсерк и больше ни хера. Давай обратно. Ну эй, давай обратно. Может быть, мы сейчас возьмем берсерка. Стоп, на ней, наверное, надо подняться, правильно? Так, берсерк. Я буду берсерк с оружием лучше. Пизду. Мало, 35 пулек всего лишь. Куда оно едет-то? Меня к потолку придавит? О, блядь, желтый ключ, наверное. Желтый ключ. Это нам не надо. О, желтый ключ. Сейчас мы возьмем желтый ключ. У нас все нормально по здоровью, блядь. Все нормально по бронику. Вообще отлично. Где? Вон он. Почему как высоко-то? Все, взяли. Взяли. Тут что у нас? Есть потрошки. 75 пулек. Выходим. Выходим, бежим к желтой двери. Где она у нас? Она у нас где-то прям... Стой, блядь, где она нахуй? Вон она. Вот здесь. И что мы тут видим? А мы тут видим выход, господа и дамы. Но... Выход-то выходом, а где он, блядь, выход-то? Сюда надо наступить? Точно. Не всех убили, естественно, потому что я даже слышал, где они орали там. Ну, секретчик, смотрите, 75 секреток нашли. Это неплохо, на самом деле. Это замечательно. The Inmost Dance. На сегодня и закончим тогда. Прошли два уровня. Неплохо постреляли, повоевали. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.